Было 16 февраля 2016 года. Было все спокойно в городке. Теперь посмотрим, что там в бункере. В бункере вроде было все в порядке, но тут откуда-то взялся Боба Фетт. Настоящий Боба Фетт. Боба Фетт, откуда же он взялся? Боба Фетт, прибыв на неизвестную землю, решил исследовать местность. Подумал, что это безопасное место, и решил сбежать. Боба Фетт хочет зайти. Он заходит. И там Сергей Пушко начинает перестреливаться. Все. Больше нет Сергея Пушкова. Его убил Боба Фетт. Хотя я шучу. Всем привет. С вами Сергей Пушков. Добро пожаловать на четвертую серию обзора модов в Антернеде. И сегодня я обозреваю мод на Боба Фетта и на джетпак. Представляете, джетпак в Антернеде. Правда, он выглядит странно, но так вроде нормально. Вот такой вот Боба Фетт. У его такого карабина можно подсоединить. Там лазер, даже глушитель, но тогда нет вот этого эффектного звука из Звездных войн. Прицел и рукоятка. Вот еще вот так. Такой набор одежды. Джетпак. Это просто как бы рюкзак. Это броня. Еще одна броня. Уже не знаю. Штаны. Ну и шлем. Шлем очень крутой, весь такой проработанный, и есть такая вот антенна, которая была еще у Боба Фетта. Очень круто все выглядит. Это как бы мод на одежду, на оружие вот так стреляет. Есть три режима. По одному выстрелу. Авто. И просто безопасно вот так вот ходить все время, не нацеливаясь, не стреляя. Давайте протестируем джетпак. Я так и не научился управлять им. Мод недавно вышел. Это два разных абсолютно мода. Я решил их объединить. Их делал один автор. Порекомендовал их объединить. Жалко, что он их реально не объединил. Вот так вот летит. Такой звук крутой. Ну, вроде так летим хорошо. Даже можно третьего лица посмотреть. Летит Боба Фетт. Очень круто. Надеюсь, все смотрели «Звездные войны» и знают, кто это такой. Вот смотри, вот минус этого джетпака, потому что всегда ужасное приземление. И отлетает. Давайте еще раз летим, пока еще у нас есть бензин. Летает тоже как-то медленно, еще когда вы там на гате, то выскатываетесь потихонечку. Можно также поворачивать на А и Д. Что я вам и советую, потому что если мышкой, то можно тут же улететь. Так, давайте. Хотя бы чутка швартуемся к бункеру. Так, и давайте. Ну, почти. Просто неуправляемый джетпак. Давайте через гараж зайдем. Да, тут трава. Так. И вот я вам еще покажу. Это кухня. То, что не... покажу, скажу ID вам. Вот. Вот смотрите, у одежды вот этой Бобы Фетта с 14-тысячного ID до 14-тысяч-5. Вот я запомнил 14-тысяч-3 ID, это его карабин ЕЕ-3. Вот Боба Фетт, настоящий бластер, даже есть описание. Так он появляется, ну, когда вы выдаете, будет там прицел восьмикратный. И больше ничего. Лазер, рукоятку я уже сам приделал.
А пользуется этот бластер патронами и магазином с P90, да, с петуха, представляете? Сейчас я найду, если найду. Что я сказал? Так. Давайте еще посмотрим там на пробы. У нас на пробах еще умер Боба Фетт. Ну так, что выглядят, но при этом в чем минус, нельзя поднять вещи Боба Фетта, если вы их там выкинули. И нельзя одеть, когда вы их положили в сейф. Ладно, давайте вам покажу на одном магазине, тут что-то не берет все время. Вот, да, вот этот петуха реально. И вот такой звук перезарядки. Далеко стреляет, очень далеко. Ну, конечно, Звездные войны вообще супер бластер. Вот бы еще лазеры, которые я еще обозревал в третьей серии, даже это в прошлой, то лучше там они светили, знаете, там. Но они и так светятся, но при этом, чтобы вообще светились, то они так в темноте, как то игрушка какая. Но с таким бластером и с такой броней, очень крепкая броня, я от защиты от выстрелов, вот что я хотел сказать. Ну, такого вот больше ничего нет. Быстро нашел в воркшопе, был самый популярный. Но я кину ссылку на оба мода. Один автор под ником Рейн. Да, очень шумно, если без глушителя, но без с глушителем будет, как сказать, обычный звук. Кстати, там не по одному выстрелу, а авто. Где зомби? Так, наверное, тут. Да, блин, с одного выстрела убиваем. Давайте, вот давайте так, с одного выстрела в голову. Со скольки выстрелов в грудь, в туловище. Ну, где-то потратил 3-4 патрона, да? А, даже один, два, с двух патронов. Что это? А, 7x. Дайте лучше на по одному патрону. Раз, два. Да, с двух ударов. Даже с двух выстрелов. Есть еще кто-нибудь? Вот, давайте им сейчас стрелять по ногам. Специально лазер взял. С трех ударов. Очень выстрелов. Очень хороший бластер. Если вы скачали этот мод, и типа новички, хотя, наверное, новички и не знают там про то, что можно вот и такие крутые моды ставить. Вот, а ID у джетпака 14501. Представляете, готовил бункер к одному из обзору модов, а получил за другой. Теперь с вами будет Боба Фетт. Не будет никакого космонавта. Будет Боба Фетт. А уже трупы сейчас жаль. Боба Фетт тут заклеймился. Будет самый крутой на районе. Давайте залезем. А, жалко, присесть нельзя. Давайте так вот посмотрим. Вот представляете, вот такие хозяин, выходите, такие открываете двери, тут Боба Фетт. Все с таким лазерным прицелом это светит на вас. И все. Дамаг очень большой, мне так кажется, что придется потом чинить все двери, стенки. Ну, такие были моды. Всем спасибо за просмотр. Еще раз повторю, с вами был Сергей Пушков. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите свои мнения об этих модах. Все ссылки я оставлю в описании. С вами был Боба Фетта. Давайте вот так вот сделаем Боба Фетта. Всем пока.